Люди, вещи, предметы и цвет – смешение жанров и видов искусства. Будто нарисованные фотографии. Выставка без названия в галерее «Виктория». Десятки работ, максимально открытых для интерпретации зрителя. Работы Сергея Сапожникова отличаются особой живописностью. Документальность фотографий уходит на второй план. Главным становится эмоциональное восприятие. Возможность взглянуть на обыденные вещи через призму ярких красок и художественных образов. Сергей Сапожников – молодой фотограф из Ростова-на-Дону, творчество которого рады видеть в галереях Венеции, Берлина, Мадрида и Нью-Йорка. Композиции его работ – это сложные конструкции, идеи в которых зашифрованы переплетением мотивов и предметов. Создает именно впечатление, да, создает среду, атмосферу, дымку, отсылку к мировой культуре, к мировой эстетике, в том числе классической живописи, и не только импрессионистической и так далее. Здесь очень много культурных кодов связано. Сергей раньше занимался граффити, очень давно. И здесь, в этой работе, он фотографирует свое старое граффити. Граффити смешано с предметной средой, деревья, какие-то вещи, предметы. И получается такая абстрактная живопись. При печати фотографий автор использует особую технологию, которая вносит коррективы в цветовую палитру, отчего границы между естественной палитрой света и тени стираются. Фотографии обретают новое колористическое звучание. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.